присутствуем на тренировке молодых юных спортсменов, которые станут цветом наших щелковских достижений в хоккее. Это команда, которая вот с 1 января начинает заниматься здесь уже подготовкой к серьезным играм. Ледовая арена, открытая в начале прошлого года, сегодня пользуется большим спросом. В 2016-м активно работали секции хоккея и фигурного катания, а в этом году начала действовать спортивная школа, нацеленная на достижение высших результатов в развитии спорта. Работа идет полным ходом, ребятки прогрессируют, пацаны находятся в отличной форме физической, начали овладевать техникой катания, техникой рук, бросковой техникой, игровой техникой потихонечку. Здесь, на ледовой арене, детские хоккейные команды нашего района встречаются с соперниками из других спортивных коллективов. Ребята выезжают на игры в соседние муниципальные образования. Осенью 2016 года мы заявились в турнир «Золотой шайбы» КФК тремя командами. На данный момент можем похвалить пацанов. Выступают в очень отличном состоянии, то есть мы идем сейчас в турнирной таблице на 2-м и 3-м месте. Первая игра, это я очень суетился, очень боялся не подвести команду, и в итоге мы выиграли, и это непередаваемое ощущение, когда ты выигрываешь и радуешься. Мы тренировались в Балашихе, а теперь здесь тренируемся, здесь лучше. Помимо хоккеистов, на льду здесь тренируются и фигуристы. Работает спортивная школа мировой рекордсменки по фигурному катанию Ирины Слуцкой. Общее число тренеров по хоккею и фигурному катанию в ледовой арене – 15 человек. Всего же профессионально занимаются зимними видами спорта более 300 детей. И, конечно же, ледовая арена стала любимым местом отдыха для жителей. Сюда приезжают покататься не только из Щелково, и Щелковского района пользуются популярностью каток на Фабричной улице и у гостей из соседних муниципалитетов. Растет количество сеансов для широкого круга посетителей. Для льготных категорий граждан, в том числе для школьников и студентов, бесплатным является сеанс «Социальный час». Для удобства посетителей на 2-м этаже располагается уютное кафе, с которого открывается отличный вид на ледовую площадку через застекленный балкон. Пока родители ждут окончания тренировки, они могут попить кофе и посмотреть, как их дети катаются на льду. Есть уже и сборно-разборные трибуны около ледовой площадки. Зрители могут в полной мере насладиться просмотром соревнований и матчей как районного, так и регионального уровня. Построенная по губернаторской программе и открытая в начале прошлого года, в 2017-м ледовая арена имени Владислава Третьяка работает в Щелково на полную мощность. Только в период с 1 по 9 января массовое катание здесь посетило порядка 2500 человек. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».